Менялись мнениями до начала матча. Я высказал осторожное предположение, что армейцам победа более важна, чем славянам в этом матче. И он, да? 3-0, да, Семенов. Семенов открывает счет в этом матче, набирает раздвигающийся до такого размера, что там 7 метров 15. Можно сейчас сказать, Дим, ничего не изменилось, только подставки. Играем мы не всегда на траве. Да. Семенов, 3 очка, здорово, да, 6-0. 6 очков, да, 0-6. Набрал бьющие армейцев уже за эти, ну... Ну, в лучшие ну, годы, в лучшие знаешь, годы. Знаешь, нет, я думаю, что с этого места я сейчас забью. А, тогда, ну, значит... Знаешь, свиньи 22 я еще добиваю. Все, я понял. Поэтому здесь я забью. Поэтому, Герхард, будь аккуратнее. Потому что мяч запоздал. Плосковато они с Андреем Михайловичем стояли, конечно, все. Только Максим Егоров, Кузнецов, тем не менее, продолжается атака армейцев. Гадлюк. Хорошо, Семенова напрямую в дырочку. Хорошо запустил сейчас. Так, 5-метровая рядом. Есть! Дорофеев! И попытка! Есть попытка ЦСКА. Да, его Дорофеев. Смотрите, какое великолепие. Хорошо ЦСКА. А как вколотил мяч-то в зачетку, да? Только Михайлович обращается. Да. Михайлович, старый волк. Данил Семенов, да, довольно-таки сложная точка. И хорошо Даниил заваливает. Четко по центру. Красавчик. Браво. Даня, браво. Так. Схватку берет славяне. Разыгрывает мяч Степан Хохлов. Нартье внутрь. Ой, хорошо, хорошо. Кто? Двигается. Чуть-чуть. Здесь Вавилин, но не надо брать. Скобелёва, ну, сам. Вот, вот Алексей. Там просто открыли ворота, ему заходи сам. Ну, Скобелёва, вот ты. Нашел место и время, что называется. Да первая нет, попытка славян, да. А там все расступились, ты даже посмотри на Никто это. Никто не мог поверить, что Скобелёва пойдет в эту брешь. Михайлович с Антоном Дроздовым не договорились. Да, не разобрались. Ну что ж, молодец, Скобелёва. Нартье четко, да, 2 очка, 10-13. Ну, насколько интересный матч вообще, Дим, да? Мы смотрим, 10-13. Да. Славяне не отпускает ЦСКА. Пока Слава уступает по ходу 15 лет. А там 16 команд участвуют. И завтра финалы. Так, ну, Гадлюк здесь точно, в чем мы не сомневались. Свои вторые 3 очка набирает. Вот, кстати, и дети с этого турнира. Здесь порядка 150 человек. Игорь Абрамов теперь хороший захват. Серикидзе, разворот. Здесь сейчас игроков впереди у Ой, хорошо. Подкинул Бурутский, Гарбузов. Михайлович один. Хорошо на каратик. Дроздов. Сам подкинь Дорофееву. Бежать! Бежать, Ваня! Ну, что? Ой, какой было! Так. Что это сейчас было? Что это было? Что это был? Ну, во-первых, Дорофеев красавец. Кузнецов, дальше Кузнецов, просто, акробат просто какой-то. Как... А сейчас смотрим. С балкона меня... отлетел как будто просто. Лучшая игра с мячом. Всем пока-пока, до новых встреч. До свидания. Я маме привет передал. Это какой канал? А? Ну, чтобы маме сказать, чтобы смотрела. Не можешь сказать? Почему? Просто в эфире.